Мэр Махачкалы выразил соболезнования родным и близким погибших в Квест-парке. Юсуп Умавов побывал на месте трагедии по адресу Шибалдаева 2, где случился пожар. В результате несчастного случая погибли две девушки. Имеет ли эта компания лицензию или должна быть лицензия, или допущенные люди? Как они были допущены, люди, чтобы организовали такой вот небезопасный для людей деятельность, занимаются? Исполняющий обязанности управления ГУИЧС Абдулла Шапиев доложил главе Махачкалы, что девушки 19 и 25 лет были экстренно доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия врачей, одна из пострадавших с тяжелым отравлением угарным газом скончалась по прибытию в стационар. Вторая молодая девушка с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. Это во сколько? 1:40 информация поступила, собираясь ночью, да? Да. За короткое время потушили, службы были. Юсуп Умавов поручил проверить здание, где располагался квест-парк, на наличие правоустанавливающих документов, соблюдение правил безопасности и другие требования закона. Отметим, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Мы в первую очередь сейчас проверим, на каком основании деятельность осуществлялась, и проверим само здание, как договорные отношения, какие были с этой, кто осуществлял эту деятельность. И факт имеется, по факту, если будет подтверждено, что эти жители, пострадавшие, являются факт подтверждения, что проживали в Махачкале, то им окажем тоже помощь, тем пострадавшим.